Так, в общем, пришла посылочка. Вот такого вот плана, упакованная из Волгограда. Ну, представление имею, что это такое, да, ведь, Вика? Да. Сейчас мы ее откроем, посмотрим, что находится внутри. Ну, опа, давай. Опа-на. Ну, давай. Ты мне обещала помочь? Давай, помогай. Держи ножницы. Умеешь ими обращаться? Да. Давай, показывай, как это делает, как это происходит. Я сначала тут отрезаю. Давай, отрезай. Оп. На. Не, ну бросай пока на пол, будем коробочку открывать и смотреть, что внутри. О, тут дырка. Дырка? Отверстие, не дырковик. Не путай, это разные вещи. Давай. Теперь. Хоп. Тут. Помогу чуть-чуть, давай. Не получается, что ли? Нет. Вот, молодец. Так, я думаю, теперь давай мы его как-нибудь... А если ножницами вот так вот зайти, вот так отрезать, получится у нас, нет? Я вот так. Давай, пробуй. Аккуратненько, не порежься только, ладно? Хорошо? О, все, получилось. Ну, давай, давай, открывай до конца. Давай, 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 открывай. Открываем. Потихонечку. Не тор... Нет, нет, ты продолжай вот отсюда, вот сюда вот вставляй, вот, вот. Давай, режь. Режь вот так. Давай, давай, аккуратненько. Так, дальше. Давай, порвем. Давай, рвем. Во, все, 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 все. Открыли, открыли. Давай, доставай. Показывай, что там такое находится у нас внутри. Давай. Все, мешает, да? Не получается сразу. Ну-ка, 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 ну-ка. Хочешь полностью пакет убрать сначала, да? Да. Ну, давай, убирай. Значит, ты полностью хочешь достать коробочку. Да. Ну, давай. Вика, посмотри на меня. Привет. О, с этой стороны какая-то картинка уже есть. С Новым годом. Вверх ногами, оказывается, мы открываем. Вот так должно быть. Круто. С Новым годом, 3D крестики. А, это от компании 3D крестики прислали мне подарочек нам на Новый год. Ну-ка, давай посмотрим. Так, открывай до конца. Так, как она открывается? Вот так, вот так. Стоп, стоп. Вот так, скорее всего, да? О, смотри, что смотри. Такое? Что такое? Что такое? Что не такое? Знаю, не знаю, что такое. Что на нем нарисовано? Нарисовано. Вау. Что это такое? Мышка. А мышку знаешь, как зовут? Да. Как? Ой, это вообще из Тинтин. Это может Рататуй? Нет, это из Тинтин. Рататуй написано же, смотри. Да, я так, лечу. еще что там есть? Ну-ка. Так, давай, давай, открытка, открытка, открытка тоже, дай открытку. О, а это что такое? Это я не знаю. Это и вот, рождественский это... кофе. Угу, интересно. И шоколадка есть, обалдеть. Ну-ка, дай посмотрим. Это только мне. Тебе? И письмо. И письмо. Круто. С Новым годом. Спасибо, 3D крестики, за такие вот подарки. О, солома. Солома тоже тебе. Так, нет, и нет, тут. Не мне. Уважаемый Ленар, примите наши искренние поздравления с Новым годом. Желаю здоровья, счастья, радости, успехов и развития. Коллектив компании 3D крестики. Спасибо огромное, большое за внимание и за подарочки. Да, ведь, Вика? Да. Вике понравилось больше всего, скорее всего, наверное, шоколадка с Дедом Морозом, так? Да. Тут, в общем... Фиолетовый Дед Мороз. Фиолетовый Дед Мороз. Кофе. Дед Мороз. Ну да, тут написано кофе, это, наверное, не для тебя. Да, и... Дед Мороз. И вот такой, в общем, Рататуй. Тоже с Новым годом. Да. Так, это... еще больше ничего нет? Это и соломка. Синтин. Все, все, все. Надо что сказать, Вика? Спасибо. Пожалуйста, спасибо, 3D крестики. Знаешь, скажи давай так, спасибо, 3D крестики. Спасибо. Спасибо, 3D крестики. Давай, говори. Спасибо, 3D крестики. 3D крестики. Смотри на меня и говори, спасибо, 3D крестики.
Спасибо, 3D крестики. Молодец. Папа. Умничка ты моя. Папа, держи, это тебе. Это Дин-Дина. Это Дин-Дин, да? Да, из Дин-Дина. Мультик такой. Что, хочешь открыть, посмотреть, что внутри? Да. Ну-ка, давай попробуем. Как он открывается-то? Я не знаю. Ты не знаешь? А, тут она, в общем, тут эта пломба стоит. Надо пломбу открывать. Так, ну давай, открывай. О, достали. О, фестиваль. Так, ну что там у нас? Пакетик. В пакетике. Что там в пакетике? Еще. Коробочка красивая. Опять что? Чайник. А, здесь у нас, наверное, чай. Да? Тут, скорее всего, наверное, чай. Но коробочка красивая, да? Можно в ней что-нибудь хранить. Что ты будешь в ней хранить, если я тебе ее отдам? Я буду хранить там и одежды. Одежды чьи? Для кукол. А, для кукол. Значит, надо сказать 3D крестикам спасибо за то, что они тебе дали такую красивую коробочку, в которой ты будешь хранить... У себя. Что? У себя? Да. Что там у себя? Красивая коробочка? Да. Ну все, скажи еще раз спасибо. Спасибо. И? 3D крестик. Пока. Пока. Целуй, поцелуй, пусти. Вот, это молодец. Воздушный поцелуй. Да. Кому это был воздушный поцелуй? 3D крестик. Кам. Кам. Все, пока-пока.